Окунуться в культуру регионов. Эксперты по туризму со всей России посетили Рускинскую и Сургут. Вместе они обсуждали, как привлечь путешественников в разные уголки страны. Есть ли потенциал у Югры? Почему туристы не приезжают в наш округ? И что уже можно посмотреть в Сургутском районе? Тему продолжит Татьяна Расторгуева. Акцентировать внимание на самобытности и этнической составляющей. Именно это поможет привлечь гостей в разные уголки России, уверены эксперты международного совещания под названием «Устойчивое развитие этнографического туризма». Однако нередко даже при большом желании человека погрузиться в культуру другого региона, он встречает на пути массу препятствий, первые из которых – труднодоступность. Мне кажется, чтобы стимулироваться, во-первых, должно быть четкое понимание, как это работает. А четкого понимания нет, и законодательные вопросы помогут это решить. Также, конечно, должны быть сняты препоны, связанные с развитием этнотуризма, потому что этнотуризм связан с поездкой на стойбище, с поездкой в места исконного проживания тех или иных народов. В первую очередь речь идет о местах, где коренные жители соседствуют с нефтедобывающими предприятиями, из-за чего простому туристу попасть на угодья очень сложно, а порой и вовсе невозможно. Пока на законодательном уровне этот вопрос не решен, в Сургутском районе, например, нашли другие способы погрузить гостей в культуру коренных народов Севера. Один из них – событийный туризм. Самый здесь положительный пример – то, что и бизнес хочет в этом участвовать. Потому что, когда на такие мероприятия, на такие события приходят люди, соответственно, бизнесу тоже интересно, потому что он получает прибыль. Поэтому вот мы сейчас определили, значит, Рускинская, соответственно, с Итомином мы сейчас активизируем работу и проводим неоднократно уже и будем проводить рыбный фестиваль, то есть событийный туризм. Однако сейчас в муниципалитете активно работают над тем, чтобы туристы могли приехать не только на какое-то событие. Так в Рускинской, например, гости могут прогуляться по двум этнопаркам. Сходить в уникальный музей природы и человека имени Александра Ядрошникова, где, к слову, работают представители коренных и малочисленных народов и часто проводят мастер-классы по изготовлению национальных украшений и кукол. В основном большая часть проживающих здесь жителей являются коренными малочисленными народами. И та культура, которая здесь сохранилась, она национальная, скажем так, деревня. И здесь поэтому и приезжают сюда, чтобы познакомиться с ней. А музей и парк, который здесь есть, является как дополнением к тому, что у нас с вами есть. В Рускинской побывала и делегация международного совещания. Многие гости и эксперты в сфере этнотуризма, и они уверены, у Сургутского района большой потенциал. В поезде, когда ехала, да, я слышала вот от многих людей, что люди ищут именно вот это место силы. А народы, финно-угорские народы и вообще народ, да, они связаны с какой-то силой, с энергетикой, да. И я знаю ханты, манси, я встречала их, я знакома с ними, да. И здесь, конечно, Чум, вот это вот, ну, все равно это место силы, и этим можно привлечь туристов. С начала этого года в Сургутском районе начали работу по созданию туристического кластера. Кроме Рускинской и Высокого мыса, в него включили Барсову гору. Там планируют создать туристические тропы, музей, зону отдыха и кафе. Туристических троп будет две. Малая – приблизительно километр, и большая – в два раза длиннее. Вдоль них оборудуют освещение, зоны Wi-Fi и арт-объекты, оснащенные QR-кодами, чтобы можно было с помощью смартфона самостоятельно узнать дополнительную информацию. В планах также создать приложение для виртуальных прогулок. В процессе реализации уже находится разработка мультимедийного приложения, куда будут интегрированы несколько виртуальных реальностей, которые помогут погрузиться посетителям парка и всем желающим в историческую обстановку, которая была характерна, допустим, для эпохи каменного века, для эпохи бронзы и для средних веков. То есть в аутентичной среде будет восстановлен быт и показаны отдельные сферы жизни. С помощью виртуальной реальности посетители смогут увидеть сцены охоты, рыбалки или изготовления керамической посуды. Реализовать проект планируют за 3 года. Татьяна Расторгуева, Валерия Кудрявцева, Сергей Коликов, Сургут Интерновости.